Всем привет, друзья! На связи Арбат Хоумс, и у нас для вас просто шикарная новость, потому что с 13 по 15 октября Арбат Хоумс во главе с Асым Баштугом будут находиться в Москве и проводить индивидуальные встречи. Мы обсудим такие вопросы, как приобрести недвижимость в Турции, как сдавать ее в аренду, как получить вид на жительство и как стать инвестором для Турции. Эти вопросы и многие другие мы обсудим на индивидуальных встречах, поэтому просьба обращаться по этому номеру телефона и записываться заранее. Всем привет, друзья! На связи Арбат Хоумс, меня зовут Никита, и многие из вас нам задают вопросы. Ребята, стройки круто, котлованы классно, покажите-то уже что-то готовое, куда можно заехать и жить. Вот сегодняшний проект, это вот про это. Полностью готовая, полностью мебелированная квартира, это район ТДЖ. Море здесь, проект там буквально, я думаю, 100-150 метров. И у этой квартиры есть невероятная фишка. Это вы увидите потом, что за фишка. В районе ТДЖ он известен тем, что здесь транспортная развязка. Здесь у нас очень удобно можно там в аэропорт. И в аэропорт Чекурова, который тоже достраивается, тоже запускается. Полная инфраструктура, магазины, больницы, школы, детские садики. До центра Мерсина здесь минут 15 на машине. Здесь очень много русскоязычного населения, поэтому вам будет с кем пообщаться. Но теперь погнали уже посмотрим на этот проект. Ну, друзья, давайте все-таки посмотрим на эту квартиру. Она большая, она просторная. И советую вам досмотреть до конца, потому что вот только в конце мы покажем, наверное, главную фишку этой квартиры. Итак, 3 плюс 1, 177 тысяч евро. Продается она вот полностью. Вот как вы ее видите, с мебелью, с техникой, с зеркалами. Вот прям вообще совсем. Здесь две ванные комнаты. И давайте пойдем по комнате. Видите, да, уже коридор какой. Здесь можно кататься на велосипеде вообще в этом прекрасном коридоре. Здесь у нас ванная комната, вся сантехника, все есть. Полотенцесушитель имеется. Душ, пожалуйста, вот проточка сделана. Потом вот здесь, то ли это рабочая зона, то ли это игровая, то ли это гостевая. Какой будет эта комната, решите вы сами. Вот сейчас она выглядит так. Здесь телевизор, тумба, вся мебель, диван, кондиционер. Кстати, кондиционер в каждой комнате, я заметил, посмотрел, реально в каждой комнате. Двигаемся дальше по коридору. Вот еще одна спальня, тоже может быть она быть гостевой, может быть она быть детской. Очень просторная, мне нравится ремонт, он такой вот светлый, то есть не давит на тебя комната. И просторная, да, здесь вот можно сидеть, читать, пожалуйста, вот светильник. Ну а дальше перемещаемся в основную спальню. Здесь есть на что посмотреть. Во-первых, просто вот прям шикарно, шикарно, как мы любим. Дальше, вот здесь очень большая такая, знаете, это мини-гардеробная получается, да? То есть шкаф вот здесь несколько, я не буду открывать там личные вещи, да, хозяев. Здесь тоже можно раскрыть, там тоже шкаф. Здесь еще одна ванная комната, тоже душ, тоже вся сантехника, стиральная машинка. И здесь технический балкон, он открытый, а вот в гостиной он уже будет крытый балкон. Мы сейчас будем туда перемещаться по коридору. Как хочется на велосипеде здесь проехаться, просто вот так быстренько, быстренько. Так можно делать пробежки какие-то, да, по коридорчику. Ну вот она, собственно, гостиная, друзья. Кондиционер, все здесь есть. Ремонт симпатичный. Что я заметил по технике, да, Samsung у нас и холодильник, и посудомойка же, да? Это же посудомойка. Ты посудомойка, да. Тройка у нас, газ, это район ТДЖ, да, как мы и говорили, здесь уже газифицировано, все, можно подводить газ, летом вам будет для готовки, зимой будет для отопления. Вот, ну и собственно, вот гостевая зона, телевизор, очень удобные, симпатичные диваны, вот такие вот мохнатые подушечки, которые будут вас согревать зимой. Ну вот та самая главная для меня вообще фишка этой квартиры, это, конечно же, вид на море. Если из спальни у нас открывается вид на горы, да, то здесь, ну, посмотрите, ну просто,
Просто вот ты завтракаешь, у тебя море. Обедаешь, у тебя море. Ну, восхитительно, восхитительно. А, помимо того, что квартира очень большая, как я говорил, 3 плюс 1 стоимостью 177 тысяч евро, здесь тоже есть полная инфраструктура. Она вот наблюдается прямо из окошка. Здесь и аквапарк, здесь и беседка, и детская площадка, и бассейн, большой бассейн для детей. Есть зеленая такая зона. И очень интересно, это, знаете, для путешественников очень удобно. В этом доме находится офис ребят Wowcar. Я не знаю, кто у них не арендовал машины, я у них несколько раз брал. Ребята Wowcar, привет! Здесь находится тот самый знаменитый передвижной базар, да, свежие фрукты, свежие овощи, прямиком от фермеров, вот буквально, я не знаю, тут через дом это находится. Вся инфраструктура, которую я выше сказал, и напоминаю, это большая просторная квартира с видом на горы, с видом на море, 3 плюс 1, полностью мебелированная, полностью есть техника, вот. Тут надо просто заехать с чемоданом вещей, и все. 177 тысяч евро. Если вас заинтересовала вот именно эта квартира, номер на экране, заезжайте, живите, просто распаковывайтесь, зубная щетка, личные вещи, все. Больше вам здесь ничего не понадобится. Вся инфраструктура есть, магазины, супермаркеты, школы, детские сады, рестораны, кафе, все. Все это имеется. Ну что, с вами был Арбат Холмс. Живите у моря и до новых встреч.